В 2014 году Игорь Резаков сам пошел добровольцем помогать Донбассу. Что происходило уже тогда в присоединенных республиках, видел своими глазами. Поэтому сначала СВО принимает с единомышленниками самое активное участие в сборе гуманитарной помощи и сам ее отвозит на линию фронта. В прошлый раз помимо провизии отправили автомобиль «Ниву», на которой, по информации с передовой, помогают перевозить раненых. Слава Богу, мы на связи с ними. Иногда они выходят на связь, когда есть возможность. Говорят, уже не одну жизнь спасла автомобиль «Нива» «Шевролет». Собирали гумгруз всем миром. Помимо самого необходимого, формировали коробки с учетом пожеланий оттуда. Кроме того, каркатеевцы смогли собрать деньги, чтобы отремонтировать предоставленные спонсорами автомобили, которые так ждут на передовой. Сейчас вот тоже подготовили две буханки УАЗика и «Нивы Коротыш». Как бы это ихние заказы, нужды необходимы, они там на линии фронта. Огромное спасибо всем людям, жителям поселка Каркатеево. Настоятель храма Сретени Господней отец Артемий благословил волонтеров и осветил караван, чтобы он доехал до адресата и все вернулись живыми и здоровыми домой. Священник освещает автомобили для того, чтобы люди, которые ездили там в зоне СВО и, может быть, где-то в тылу, оставались в целости и в сохранности. Чтобы Господь, просим у Господа, чтобы Господь дал автомобилям и людям, тем, которые в них будут ездить, ангела-хранителя. И это так оно и есть. Господь дает. Дальше автомобили отправились в Нефтеюганск. Здесь нужно было забрать еще собранную гуманитарную помощь и еще один отремонтированный УАЗик. Машины до отказа заполнили коробками и пакетами. Через несколько дней наших земляков будут встречать в Луганской республике. Жанна Воронина, Владислав Береговой, 7 канал.